Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Ігор Володимирович Кузик, голова правління ОСББ Херсонське шосе 28. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Ігор Володимирович, собственно, ну, скажем так, проблема жилищно-коммунального хозяйства города Николаева, проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проблемы работы ОСМД и ЖЭКов очень часто обсуждаются в этой студии. Поговорим об этом сегодня также, потому что вы руководитель фактически ОСМД, об этом сейчас много говорится, и опыт ваш, существующий на данный момент, очень интересен нам, я думаю, зрителям будет интересен тоже. Но давайте то, что называется, еще откроем небольшой секрет. Есть еще специальный информационный повод, который возник вот буквально в последние дни, для того, чтобы вам прийти в наш эфир. А, собственно, речь идет о конфликтной ситуации, которая возникла у ОСМД, которую вы возглавляете, и Николаю Газу. Да. В чем суть конфликта? Ой, суть конфликта серьезная. Давайте так, Херсонское шоссе 28. Херсонское шоссе... Это один дом, больше домов, сколько квартир, дом, какое количество жителей? Да, Херсонское шоссе 28 – это один дом, состоящий из 4 подъездов, в каждом подъезде по 40 квартир, итого 160 квартир. Но если говорить о конфликте с ПАТ «Миколаевгазом», конфликт в каком плане, я чуть позже скажу, то это конфликт по поводу отопления. И тут подключается еще соседний дом, Херсонское шоссе 26, который получает тепло от нашей крышной котельни. Поэтому плюсуем сюда еще 77 квартир и получаем итогу 237 квартир. А теперь суть конфликта. Вчера представителями ПАТ «Миколаевгаз», хотя я вчера об этом первый раз узнал, австрийская компания ПАТ «Миколаевгаз», приехали и сделали отключение газа на котельную. То бишь отключили нам тепло. И в период холодов 237 семьи остались без тепла. Чем мотивировали Николаевгаза такой акт? Вот тут, понимаете, вот тут такой вот, если можно даже разбить на два пункта. Первый пункт – это юридическая сторона вопроса, и второй пункт – это моральная, человеческая черта вопроса. Если говорить о юридической стороне вопроса, я прихватил с собой пару документов, то бишь… Я вот маленький, может, даже экскурс назад в историю. Раньше у нас был напрямую договор с НАК «Нафтогаз Украина». На поставку газа, на поставку газа на крышную котельную, да. Николаевгаз имел здесь какое-то опосредованное положение. Он, в его функции входило контролировать поставку газа, чтобы не было нигде утечки, правильность показания счетчиков учета, своевременная их поверка и обслуживание газораспределительного пункта, который находится возле дома. То есть вот это была их функция. Все остальное уходило, и денежные средства в том числе, уходило на НАК «Нафтогаз Украина». Ну, он потом, наверное, своих сотрудников как-то там поддерживал. В этом году, с 1 января 2016 года, произошла маленькая реструктуризация, я не знаю, как ее назвать. То бишь, произошло разделение НАК «Нафтогаз» отдельно, а ПАТ «Миколаевгаз» отдельно. Мы оплачиваем за потребленный газ, природный газ, двум компаниям. Двум юридическим лицам. Двум юридическим лицам. НАК «Нафтогаз Украина» и «Миколаевгаз». Так вот, касаясь юридического вопроса, любые договорные отношения заключаются в каком-то договоре. То есть, что такое договор? Это соглашение двух сторон, там, физических, юридических, которые оговаривают цель договора, какие-то денежные вопросы договаривают, термин действия, какие-то форс-мажорные, все, что входит в предмет договора, да, и это все подписывается. На сегодняшний день договор с основным поставщиком природного газа НАК «Нафтогаз Украина» у нас имеется. А второй юридическое лицо НАК ПАТ «Миколаевгаз», вот у меня до сих пор с ними договора нет. Почему и возник конфликт? Когда люди приехали и отключили нам газ, они говорят, что вы должники. Я задаю вопрос, за что мы должны вам? За транспортировку. Какую транспортировку? Ну как же, там вот договор. А какой договор? В интернете читайте. Я правильно понимаю, вас как, собственно, ОСМД, вы были или не были уведомлены о том, что в ваших вот этих вот отношениях вокруг газа для котельной появляется еще один
фигурант. Да, еще да, да. Вас да. уведомляли об этом? Уведомляли. Нет, так это официально, это действительно, это уведомлял с Киева НАК «Нафтогаз Украины». Что... Почему же у вас до сих пор не подписан договор в таком случае? Так это не первый месяц. Я задаю вопрос работникам «Миколаевгаза», я говорю, где договор? Ответ, вы знаете, вот он меня немножко шокирует. Может быть, я что-то не понимаю? Или они не все договаривают? Читайте в интернете. Я что в интернете читать? Там типовый договор. Я, ну подождите, люди добрые. Типовый договор, он есть типовый договор. У нас тоже устав в СМД есть. Он тоже изначально был типовый. Но потом мы его подделали по свою нужду, грубо говоря, и утвердили его, зарегистрировали в горисполкоме, ну и дальше по процедуре. По точно так же здесь. Типовый договор, он для всех. Но если вы с нами заключаете договор, может быть, есть какие-то там, я не знаю, особенности, в конце концов. Нет, ну я прошу прощения, в конце концов, действительно, типовый есть типовый, а есть конкретный договор между хозяйствующими субъектами. Да, так вот, у нас этого договора, у меня, лично у меня второго экземпляра нет, хотя в этом акте а первый, есть цифра. Может, вы подписали и отдали им? Вот, в отношении подписки, когда это срочно все делалось, вызвали меня, надо подписать заявку на... Подключение, как оно правильно звучит, заявка на подключение транспортирования газу. Я подписал эту заявку, потому что если я не подпишу, то газу не будет. Она должна быть. Теперь они мне рассказывают, что эта заявка автоматично становится договором. Я, ну дайте я хоть ознакомлюсь с договором, тем более, что есть цифра, номер договора. Где мой примерник? Читайте в интернете. Вот понимаете, на любой мой вопрос читайте в интернете. Я хорошо, но вы выставили уже счет мне. Опять же, ссылка на что? На что ссылка? На что вы ссылаетесь? Ну, они ссылаются на договор. На договор, которого нет. На договор, которого нет. Вы понимаете, вот. Дальше, когда я уже вчера стримил... Я понимаю, что вентиль в их руках. Вот что я да. понимаю. К сожалению, вентиль находится у них в руках, а не у нас. И они этот вентиль могут крутить, могут не крутить. Когда я вчера приехал к ним и разговаривал с начальником службы учета, господином... Н. Да, господином Н. Он мне то же самое отвечал. Вот он улыбался, ему так красиво улыбка идет, такой импозантный мужчина. И он, наверное, на полном серьезе со мной разговаривал. Может быть, он свято в это верит, что если вы прочитаете в интернете, то это вас успокоит. Я говорю, хорошо, ситуация. У меня нету интернета. Вот я вот такой чайник. Не могу общаться с ним. Хорошо, отвечает. В рідному Прибужі за 31 грудня 2015 року була стаття. Идите в библиотеку имени Гумилева или Крапивницкого? Я говорю, я не получаю эту газету. Дайте мне, пожалуйста, распечатайте. Мы не обязаны это делать. Я, ну как, ну договор. Нет. Вот непрошибаемый. Я ушел оттуда. Хорошо, только... какова ситуация на сегодня? Ну, понятно, стало значительно теплее вот сейчас. И как уже и снег вроде бы сошел, и морозов таких в перспективе не ожидается. Но, в принципе, февраль на дворе. Вы не 237 квартир не отапливаете? Не отапливается. Не на момент записи не отапливается? Не отапливается. На момент записи не отапливается. Диалог с начальником службы учета, диалог с он начальником дал какой-то позитивный результат? А результат позитивный то, что я наконец-то стребовал у них рахунок, счет. И на его... Я прошу прощения, раньше вам предлагали оплатить без счета? Без счета, только согласно акту. Угу. Без счета. Вчера я получил счет. И когда я задал вопрос, вот вы говорите, что мы отключены, потому что мы должники. На основании чего вы говорите, что мы должники? Ну вот же, сумма есть? Я здесь сумма. В любом счете есть термин, ну, оплаты. В этом счете я не нашел термин оплаты. Не, ну вот тут, відповідно до пункту 6.4 договору и написано, сплатити терміново 0.00. Сплатити до Р, крапка, может до року якогось, и определенная сумма. Термина нет. Если нету термина, то, ну, опять же, юридически вы не имеете права обзывать меня должником. Вентиль у них в руках. Вентиль у них в руках, к сожалению. Какая ситуация на сегодняшний момент, кроме того, что квартиры продолжают быть, собственно, холодными? Батарею квартиры... Я вам скажу больше. Вот когда, ну, я все-таки с интернетом немножко дружу, вот, и законы какие-то читаю. Когда я полез и уточнил, откуда же все-таки берется вот эта сумма за транспортировку, я вам открою, вы что же обыватель, вы что же пользуетесь газом, ну, может быть, не таком уровне, может, у вас нет крышной котельни, просто даже в дому. Вот эта цифра, которая озвучена ими за транспортировку, 722,90 копеек плюс ПДВ, и того получается 880 почти. Есть додаток до постановы НКРЕКП
від 29.12.15 року, де зазначена ця сума 722 гривни 90 копійок. От мені цікаво, знаєте, як от пишуть смета, із чого складається ця сума? І от я вам назову пару пунктів, щоб ви пам'ятали, тому що рано чи пізно ви з цим столкнетеся. Щоб ми всі пам'ятали. Так, щоб ми всі пам'ятали. Рано чи пізно хтось з цим столкнеться, і він буде введений в оману, скажімо так. От ця сума 722 гривні розбита на наступні пункти. Большая сума – это нарахування зарплати і виплату оплати праці, ну, напевно, працівникам Миколаївгаза. Но у меня больше всего один пункт. Інші витрати, в тому числі повірка та ремонт лічильників. Поэтому, если к вам прийдуть представители Миколаївгаза і скажуть, що у вас закончился срок повірки счетчика, і ви обязаны його снять і отдать їм на повірку, то помните, що стоимость повірки, а также демонтаж и монтаж счетчика входит в то, что вы оплачиваете. Хорошо, это важный нюанс. Я думаю, не, и ваши это тоже. Дополнительное знание, которым да. вооружились все наши зрители. Хорошо. Ну, вас подключат или нет, в конце концов? Вы деньги оплатили им? Да, мы деньги оплатили, вот едя к вам, жильцы, прочувствовав, наверное, сегодняшнюю ночь, все-таки вроде бы как и не холодно, но минус один ночью был, и стены очень быстро остывают. Очень быстро остывает. Оно так кажется. Хотя остывает, я вам скажу так, по законам физики, сверху и снизу остывает. Средние этажи, они, до них чуть-чуть позже дойдет. Вот. А первые и последние этажи, они быстренько это прочувствовали. Наверное, люди поняли, что не просто так отключили газ, что действительно существует какая-то задолженность, и быстренько побежали оплачивать коммунальные услуги. Поэтому на нашем счету образовалась определенная сумма, и вот эта сумма была оплачена, ну, перед тем, как я приехал к вам. Поэтому я поставил задачу своему оператору, не оператору, заместителю по газовому хозяйству, чтобы максимально, там, я не знаю, звонил всем, кому возможно, в Николаевгазе, и истребовал с них, там, со своим транспортом, с своим транспортом, чтобы люди сегодня приехали и подключили дом к отоплению. А теперь моральная сторона всей этой истории. В то, что называется в мирной жизни, вы не только руководитель ОСМД, вы доктор, детский да. врач. С точки зрения детского врача такая вот ситуация. Насколько это, в общем, морально и нормально? Знаете, учитывая весь контекст выше изложен. Да. Знаете, в отношении, я, если можно, врача даже на последнее место отнесу, я поясню, почему возможна задержка или просрочка платежей. Мы все живем в одних и тех же условиях. И по большому счету ОСМД или Жековский дом не особо отличаются. Люди одинаковы везде. Так вот, в нашем доме 160 квартир, 40 человек – это льготная категория. Это люди, которые 8, по-моему, около 10 человек – это участники боевых действий в зоне АТО. Люди, которые были там, вернулись сюда, и они полагают, им положены льготы определенные. Это ветераны войны еще той, это дети войны, это чернобыльцы, это афганцы. Я могу перечислять, пальцев не хватит, 40 человек. То есть это каждый четвертый житель дома, льготчик. Есть еще, я точно не владею информацией, это можно бухгалтеру уточнить, но я знаю, что десяток, если не больше, люди, которые не в состоянии сейчас справиться с этими коммунальными услугами, и государство дотирует, субсидирует людей. Так вот, если коснуться льгот и субсидирования, на сегодняшний день по бухгалтерии Совбез не вернул нам вот эти деньги, начиная с ноября месяца. Ноябрь, декабрь, январь. И уже середина февраля. Три месяца у нас нету определенной суммы. А, опять же, возвращаясь к этому вопросу, ОПАТ «Миколаївгаз» мало того, что но просит еще и предоплату. Извините, с кого я буду брать предоплату? С участника АТО? Как я ему объясню, что надо заплатить чуть-чуть раньше, если ему задерживают оплату на три месяца? Это один момент моральный. А второй момент, то, что вы говорите, вот действительно, врач, я работаю в областной детской больнице. Вы знаете, какая обстановка не только в стране, а у нас в Николаеве. Ежедневно. Грипп, осложнения, да, да, ежедневно сотни человек, я говорю сотни, я не знаю на самом деле, сколько в поликлинике, центре первичной медико-санитарной допомоги, сколько в больнице обращаются и взрослых, и детей, а самое страшное, детей, это наше будущее, детей обращаются с признаками гриппа. И вы знаете,
Больше 200 человек в Украине умерло. В Николаеве зарегистрированы случаи смерти от гриппа. И вот в этот момент, когда на улице вот самая, я извиняюсь, пакостная погода, когда вот и не жарко, но и не сильно холодно. Это хуже всего для организма. Вот этот момент заболеть проще простого. И каково быть потом этим родителям, малыми грудными детьми? Кому им потом обращаться? Может, ПАТ «Миколаевгаз» приехать и спросить? Поэтому здесь с этим вопрос. Ну, собственно, оплатили. Надеемся, что подключат вас. Надеемся, что на момент выхода программы вы будете подключены. Но будут ли какие-то дальнейшие действия со стороны жильцов, ОСМД, может быть, какие-то организованные действия? Ну, на самом деле. Вы знаете, у нас в доме живут, ну, опять же, разные категории людей. Кроме льготной категории есть еще и служащие. И эти служащие работают и в правоохранительных органах, и в службах, скажем так, силовых ведомствах. И когда, поверьте, вчера у меня с вечера телефон был красный, я устал отвечать, что это не моя инициатива, и пусть люди не думают, я сам отец двух детей. У меня маленькому ребенку меньше 4 лет. Неужели вы думаете, что я какой-то извращенец, который выключает себе газ, чтобы мерз сам и мой ребенок? Ну, поверьте, это просто смешно казалось. Поэтому, да? Будут ли какие-то обращения, но я не знаю. Там. Да, и вот люди настроены решительно. Чем это все закончится? Я со своей стороны, естественно, не могу их сдерживать. Ну, и если как минимум, возможно, некие позывы судебные. Позывы судебные или прокуратуру, да, будут. Люди настроены, чтобы это дело не осталось безнаказанным. Потому что, ну, по юридическим канонам, я считаю, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, может, мне потом пояснят, но по юридическим канонам они немножко превысили свои полномочия, если сказать мягко. Мы на этой истории достаточно подробно остановились еще и потому, что в городе Николаеве не одно СМД. Просто вы обратились к нам, но допускаю, что у кого-то из других людей могут возникать аналогичные истории, тем более, что, ну, даже если мы возьмем вторую половину прошлого года, мы помним, какой ажиотаж такой нездоровый среди людей вызвала вот эта вся реорганизация, которая происходила вокруг Николаевгаза. Сколько было там тревог, недопонимания и там, ну, то есть все это мы помним, и вот на самом деле история продолжается, несмотря на то, что нам говорят, что все нормально, там, вроде бы разобрались. На самом деле... Нет. Проблема продолжается. Есть еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить, как с практикующим руководителем ОСМД. Ну, собственно, жилищно-коммунальное хозяйство Украины, и Николаева в том числе, находится в стадии реформирования, как нам говорят, революционного. 1 июля 2016 года ЖЭКи перестанут существовать в том виде, в котором они существуют сегодня. Гражданам предложено самоорганизовываться. Одной из форм самоорганизации для обслуживания своих многоквартирных домов предложено ОСМД. Говорят, да, что это очень хорошо. Опыт практически работающего ОСМД, вот, собственно, то, что называют. Давайте разберем. Давно ли существует ОСМД? ОСМД существует 6-й год. Херсонское шоссе 28? Херсонское шоссе 28 существует 6-й год. И практически, ну, вы его председатель, вот это время. Как возникла инициатива? Ведь сегодня людей обязывают организовываться. Тогда этого не было, это было. Собственно. Инициатива была от застройщика. Наш дом построил домостроительный комбинат, и его была инициатива, чтобы кто-то домом занимался, кто-то управлял, создать ОСМД. То бишь, это инициатива... есть изначально это достаточно новый дом, и к ЖЭКу вы отношения не имели. Не имели сразу. То бишь, инициатива от домостроительного комбината целиком и полностью. Было собрание пайщиков, потому что дом строился на наших паях, и из количества этих людей, там больше 50 человек, был выбран председатель. Вот. Ну и дальше пошла уже организация всей этой структуры. Вам, вот вы, собственно, как стали председателем? Это ведь важный момент. Вот сегодня, когда, ну, ОСМД, реорганизация ЖЭКовских домов в ОСМД может или хотя бы предполагает, что приобретет массовый характер, ну, вполне логичный вопрос. А кто будет ОСМД возглавлять? Кем могут быть эти люди? Ну, обычно, ну, понятно же, это же определенная хозяйственная деятельность. Нужно иметь определенное представление об этой хозяйственной деятельности. Возможно, навыки, там, какие-то бухгалтерские навыки. Ну, так или нет? Поэтому вот важно, как детский доктор стал председателем ОСМД. С такими проблемами столкнулись. Как говорят в народе, методом тыка, проб и ошибок. Потому что это действительно новое, и, наверное, нету такого человека, который вот раз и сразу стал начальником. Не, ну, может быть, он очень какое-то время находился в жилищно-коммунальном хозяйстве, и он знает эту структуру. Для меня это было абсолютно новое. Это все равно как вот дома, я так мысленно
вспомнил определенные фильмы, вот если дивизии ты будешь, сможешь управлять или полком, или еще что-нибудь, и подумал, ну если дома электричество в порядке, вода в порядке, ничего там не течет, не капает, там уборка происходит, там посуду моют, то все это просто умножить на 10 или на 100, и то же самое можно сделать здесь. Я вам скажу, знаете, вообще ОСМД, я неоднократно на собраниях напоминаю людям аббревиатуру ОСМД. Что такое ОСМД? ОСМД – это объединение совладельцев многоквартирного дома. Объединение – это группа единомышленников. Поэтому ОСМД – это действительно группа единомышленников. И если вот эти единомышленники будут идти в одном направлении, то, я, может быть, забегаю немножко наперед, это действительно будущее. Оно очень в противовес ЖЭКу. Это действительно, это здорово. Но как только в этом объединении появляются люди, которые идут в другом направлении, то это плохо для СМД. Ну и это на самом деле жизнь. Ну понятно, у людей разные финансовые возможности. Разные. У людей разные представления о том, нужно там, условно говоря, белить подъезд или не белить, нужно в такую лампу, такой мощности вкрутить в подъезде или не такой. Так или иначе, это может влиять на некие, может быть, дополнительные расходы. Да и в принципе у людей, вот у вас выше прозвучало, ну, там большое количество льготников проживает. Да. Компенсация из государственного бюджета, вот непосредственно... Немножко опаздывает, скажем так. Опаздывает. Да. Квартплата может не вовремя собираться вот таким вот. Да, ведь это обычные, как справляетесь с этими проблемами? Сложно. Как вот то, что называется, как достучаться до каждого, объединить интересы всех, плюс вот решить ну, вот эти вот объективные проблемы. Сложно, очень сложно. Вы знаете, очень много было эпизодов во время моего председательства, очень сложно. И бороться с должниками, ситуации разные. Могут быть семейные проблемы. Ну понятно, ну жизнь. Болезни, ну... все что угодно. Но есть и люди, которые, ну, скажем так, просто хронически, регулярно хотят, не хотят, в первую очередь накормить себя, а потом все остальное. Вот с этими людьми, конечно, бороться сложнее. Взываю к совести, делали рейды, да. Было, правда, даже пару случаев, что я обращался в суд, потому что выход из данной ситуации, вот нету воздействия на них. К сожалению, вот это большой минус ОСМД, что воздействия на должников юридически нету. Только суд может решить ту или иную проблему. Но, я вам честно скажу, вот когда я обращался в суд, и я выиграл этот процесс. Ты говоришь, да, суд официально признал. Это мобилизовало остальных. И я повесил на доске объявление, что решение суда немножко простимулировало. Не до конца. Поэтому, наверное, периодически надо все-таки обращаться в суд. Хорошо. Свозчиком мусора, который вывозит твердые бытовые отходы, у вас отдельный договор. Отдельный договор, да. Отдельно, четко прописанный. Четко прописано, да. Ну, были сбои, вот когда случилось напасть. Да. А так, в принципе, вопросов нету. Приезжает все. Дворник у вас свой. Дворник у нас свой. Живущий у нас в доме, который убирает весь двор. Который в зимнее время посыпает песочком. В общем, то бишь, все здорово, все хорошо. Бухгалтер. Бухгалтер, с бухгалтером, ну, так как я все-таки действительно к этому не имею никакого отношения, ну, считать я умею, но не настолько. То бишь, это большой фронт работы, это подать в тот же собес. Да у нас законодательство меняется раз в квартал. Подать всех вот этих льготчиков, высчитать то, другое, третье, то бишь, вовремя там счета проплатить, это большая доля на бухгалтере. Мне посоветовали еще тогда, 6 лет назад, бухгалтерская фирма под названием N. И вот она, ну, худо-бедно справляется. Во всяком случае, особых нареканий у меня, как председателя, к ней нету. У жильцов, ну, иногда возникает трение. Ну, это чисто даже не бытовые, это финансовые. Когда, может быть, в чем-то не согласны, но когда они приходят с бухгалтером, подверили счета, все хорошо. Дом новый, насколько я понимаю, да. То, что вы говорите. Но все равно могут возникать те или иные проблемы, и решать их необходимо, ну, то, что называется, неким коллективным решением. Как часто проводите собрания общие? Два раза в год. Два раза в год? Два раза в год. Первый, ну, так уже как-то оно пошло перед началом отопительного сезона. И по окончанию, ну, может быть, с небольшой задержкой, вступая в лето, потому что на лето всегда намечаются какие-то планы, проекты, что можно летом приукрасить, сделать для дома. Поэтому два раза в год у нас общее собрание. Какое-то озеленение существует во дворе? Если да, то кто за ним ухаживает и как?
Вы знаете, ну, знаю, очень газон, много, цветы, очень деревья, много. Вот на последнем собрании я низко кланяемся людям, которые действительно вот, свое личное время, просто вот, как они называются, флористы, да, приусадебные вот эти участки небольшие, мы сделали заграждение, то бишь поварили там, сделали заборчик, и они высадили там и розы, и гладиолусы, очень много зелени, и позади дома сделали. То и... есть это частная инициатива? Да, это частная инициатива. В прошлом году, правда, было такое, как оно называлось, по Ленинскому району, было какое-то название, что-то связано с озеленением. Мне сообщили об этом мероприятии. Я позвонил, я и привезли деревья. Я имею в виду, деревья. Что там Зеленхоз и прочие такие монополисты. Да. Вот они с вами... Нет, я вам говорю, что в прошлом году Ленинский район проводил какой-то вот был, я не знаю, недельник. И по моему письму они привезли нам 30 деревьев. Там и каштан был, и тополя какие-то были. И мы высадили вдоль дороги, и плюс еще во дворе посадили деревья. Поливаем, все, деревья принялись. Хорошо. Через какое-то время будет сад. Ну, скажем так, начинали с вашей драматической истории взаимоотношений с монополистом Николаевгазом, но есть и другие, как то Водоканал и Николаевоблэнерго. Собственно, тоже такие блага, без которых тяжело, наверное, жить сегодня жителям. Невозможно, это да, жизненно необходимые. Городскому жителю в 21 веке. Как с ними? Не возникает ли каких-то проблем? Как с ними строятся отношения? Ну, вы знаете, отношения, в принципе... Ну, сказать неплохие, это как? Есть обязательства. Любые, ну, там отношения, хоть договора подписаны, там, да, все понятно. Там все нормально. И в рамках договоров все происходит. Все в рамках договоров происходит. Хорошо. Ну что ж, в таком случае, подводя, наверное, итог разговора. Ну, я так понимаю, что, в принципе, до того, как вы... Я допускаю, что до того, как вы стали жителем ОСМД, дома, в котором организовался ОСМД, у вас, наверное, все-таки был опыт проживания и в Жековском доме. Да, да, да. Ну, как, я не знаю, кто выигрывает, кто проигрывает в этом возможном сравнении. Я повторюсь, я это сказал, вот есть большой плюс ОСМД, это то, что действительно группа единомышленников. Только так ОСМД может существовать. Только так. Потому что если будет иначе, ОСМД, я извиняюсь, может быть, я погорячусь, но я скажу, что оно обречено на провал. Опять же, единомышленники, если вот эта группа будет постоянно задерживать зарплату, ведь по большому счету тарифы наши формируются из чего? Из наших нужд. Вот есть нужда, на нужду определенная сумма, N. Поэтому N, как говорил когда-то товарищ Шариков, да? Поделить поровну на всех и оплатите. Если все оплатили, вот эту нужду и погасили. Если не будет от одного, второго, третьего, пятого вот этой копилки, то бишь здесь будет брешь небольшая. И эта брешь со временем будет все больше, 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 больше. Поэтому вот я просто, вот если говорить о Николаевгазе, о монополисте, вы задавали вопрос, то это не первый раз. Вы помните, чтобы были отключения жековских домов от тепла? Ну, я не уверен, что в жековских домах, в принципе, крышные котельные существуют. Не поэтому, существует. Поэтому я не готов вот в этом контексте... Но это каждый дом, наверняка, к каждому дому подходит труба с отоплением. Вот честно, я не знаю, я так спрашивал у друзей, у знакомых, живущих в разных там микрорайонах города, вот были ли случаи отключения жековских домов? Да вроде как не было, потому что ЖЭК это опять же вроде бы как государство. И ПАТ «Миколаевгаз» туда не полезет, и «Водоканал» туда не полезет, и «Облэнерго» туда не полезет. А ОСББ это вроде бы как какие-то, как я не знаю, как монстры, капиталисты. А с ними надо бороться только таким образом. Вентиль раз, свет два и все. Но поэтому я и говорю. Законодатель на национальном уровне, собственно, именно такую форму самоорганизации и обслуживания домов предусмотрел. Ну, тут вариантов сейчас уже немного осталось. Нет, вариантов нету. Вариантов нету. С 1 июля 2016 года вы обязаны быть или ОСББ, вы должны провести общее, то есть должна быть инициативная группа, которая сформирует собрание жильцов дома. На этом собрании они выберут председателя. Потом председатель с протоколом этого собрания идет, ну, согласно там протоколу, и регистрируется в горисполкомне. И тогда они открывают там свой счет в банке, ну и дальше заключают договора, опять же, с этими китами. Ну, алгоритм понятен. Да, вот, это все понятно. Вопрос только в наличии инициативы. Да. Потому что если не будет инициативы, им назначат своего. Хорошо, Игорь Владимирович. Ну, подводя итог разговору, что хочу сказать. Тепла вам. Собственно, как и всем нам. Игорь Владимирович Куза, глава правления ОСББ Херсонская 628. Був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все на краще. Успіхи вам. Дякую. До побачення. До побачення.